Вечером в Великий Четверг совершается служба 12 Евангелий. Это богослужение посвящено благоговейному воспоминанию спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил службу с духовенством епархии. Во время чтения Евангелия все держат зажженные свечи в знак духовного бодрствования, а после окончания богослужения уносят их в свои дома. В этот день мы вспоминаем, как поздним вечером в Иерусалиме Христос был взят под стражу, об отречении апостола Петра и муках Господа. «Ныне душу мою за тебя положу, отвечай ему Иисус, душу ли твою за мя положишь? Аминь, аминь, глаголю тебе, не возгласит лектор. Донде же отвержешься меня трищи». Во время службы читается рассказ о прощальной встрече Христа Спасителя со своими учениками и о страшной ночи, одиноко проведенной им в Гефсиманском саду в ожидании смерти. Рассказ о том, как начался его путь на Голгофу.